Друзья, привет! Любителям стрелять из арбалетов хотим показать сумки, чехлы, переноски. Два варианта: малый и большой, для переноски арбалетов в собранном состоянии. Сделаны чехлы из материала, напоминающего кордуру, очень плотный, камуфляжная расцветка. На обоих чехлах есть лямки для переноски за спиной и есть карманы для стрел. Значит, в чем разница? Чехол малый предназначен для переноски рекурсивных арбалетов в собранном состоянии. Это у нас МК-150, МК-200, МК-XB-21, арбалет Скорпион в собранном состоянии с прицелом и схожие модели. Чехол большой предназначен для переноски арбалетов в собранном состоянии блочных. Это линейка МК-XB-52, 53, 55, 56, МКХБ-58, Блейд, арбалеты Horizon. Для таких арбалетов, как Стикс, этот чехол не подойдет.